Если хотим мы напиться свободы, пакуй зеленый чемодан. Потерялся, и не знаю, куда мне идти. Я так долго по миру скитался, и не мог нигде мира найти. Приветики, приветики всем! Снова сегодня в лесу, в горах, в Карпатах. И цель моя сегодня является добраться до какой-то красивой точки. У меня их по карте две. Одна — это вон те горы, если видно. Самые высокие здесь, там больше 1100 метров над уровнем моря. И вторая точка — это какое-то синее озеро, я на карте разглядел. Ну вот как-то не знаю, туда идти 12,5 километров в одну сторону. По вот таким вот горам, вверх-вниз, снег, скользко. Да, в Карпаты в конце февраля немножко пришла зима, до этого было вообще все классно. Хотя зимой, конечно, хотелось бы поснимать красивые пейзажи, снег придает. Ну, в общем-то, я сейчас направляюсь, по крайней мере, пока до тех гор, которые очень плохо видно. И там посмотрим, как у меня будет с силами. И, в общем, решим, где мы сегодня вкусненькое что-то приготовим. И отдохнем на природке в Карпатах. Погнали! Сколько здесь стройматериала, вообще поваленный лес вокруг, тьма тьмущая. Там внизу вижу речечка, речушечка. Вот здесь бы построить домик где-то. Материала вообще просто нереально. Вот я из метров 10 туда-туда, и мне бы этого материала хватило на свой домик в лесу. Да, здесь такой обрыв, жестко спускаться. Посмотрите, а там речечка, две речки в одну сходятся. Вот оттуда идет, оттуда, и вот вниз пошла. Сейчас буду как-то перебираться через эти речки. Попробую здесь не убиться. Пойдем дальше на ту гору.
комфорт других храня. Ты не оплакивай меня. Своей гордою душой прошел я счастье стороной. Я видел пролитую кровь и проклял веру и любовь. Не мог я жить среди людей, холодный от души моей. И то, чем жил и что любил, я сам безумно отравил. Выпил кубок свой до дна, душа отравою полна. И вот я гасну в тишине, но пред кончиной легче мне. Как-то я так, знаете, иду и бра, замахался уже. Я прошел где-то 7 километров, еще мне идти где-то 5. Я делаю вывод, что, наверное, все-таки сегодняшний маршрут будет построен по-другому. Я сейчас пойду вокруг, в общем, покажу вам еще одну гору. Надеюсь, покажу, потому что, знаете, в лесу ты идешь. Так, вроде поднялся вверх, оба, все, вижу, вот она гора, кажется, она близко. Все, спускаешься с этой горы чуть ниже, поднимаешь голову, ты уже не поймешь, где ты. И теряется ориентир, и ты наматываешь лишние километры, даже не метры, а километры. И так, я подумал, в общем-то, сейчас, все, я сейчас буду делать этот привальчик. Где-то вот прям здесь, где стою, будем жрать, я уже хочу. Хочу я уже кушать. Кушать хочу, кушать. О, наверное, вот здесь мы это и сделаем. Фух, устал, устал, Сашка. Ну, нелегко, нелегко, что сказать. Не буду никого обманывать, да, нелегко, нелегко. Отвык, отвык от всего этого. Ну, ничего, главное, что я прочувствовал весь процесс. Я свой единственный выходной вырвался в лес, в горы. И поэтому мне... Сейчас на душе как-то, знаете, наслаждение. Что еще требуется? Надо чаще себя радовать, дарить какие-то моменты, которые действительно приносят тебе какое-то счастье и удовлетворение. Да, устаешь, но морально ты счастлив. Душа поет, птички поют. И как бы мне не запеть в этом прекрасном лесу. А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр под попсовый мотив? И стихи, и всю жизнь получать гонорар. Ха-ха, видите, как вот у меня проявляется счастье. Я помню, когда в путешествии всегда ехал, и вот какие-то такие моменты, тебе просто хочется спеть, неважно что, на ходу придумать слова, либо какую-то песню, но хочется как-то затянуть песняка. Ай, долбаный я талант, блин. В общем-то, все, сейчас, о, вижу хорошее бревнышко без снега, буду сейчас где-то здесь... Да, и разжигать костер и готовить вкусняху. Сейчас посмотрим, что я там навыдумаю. Но будет вкусно однозначно. Замечаем простоту уставших лиц, бегущих мимо.
И вот в потоке скоростей не замечаем новостей, в которых мы умираем тихо. Только ты остановись, ты посмотри, ты обернись, и ты услышишь рядом с собой, кто-то скажет, Боже мой, от того, что у него не осталось ничего, но ты сможешь ему помочь. И не осталось никого, уже простого человека. Невидимые чужих проблем, мы все плену чудных систем, которые нас поглощают трика. Только ты остановись, ты посмотри, ты обернись, и ты услышишь рядом с собой, кто-то скажет, Боже мой, от того, что у него не осталось ничего. We'll be right back.
вечерок уже у меня, почти 5 часов, солнце заходит, а я буду кушать шашлычок. Круто, да, вкусняха. Перчик решил половинку поджарить, а половинку вот так сырой съесть. Сейчас зажаренный кушаю. Обалденный. Класс. Это круто. На природе, в горах. Вот это оно, в общем-то. Вот это оно. Вот чего я хочу. Так, друзья, что я хотел еще сказать по поводу вообще всего, что у меня сейчас происходит в жизни. 15 января я подал заявку на рекорд Гиннесса. Это бесплатная заявка, которая рассматривается до 3 месяцев. Есть платная версия, которая рассматривается за 5 дней, но стоит она 600 или 800 фунтов стерлингов. Потом все остальные там процедуры платные. В общем, там денег, я не знаю, надо будет просто $5000 надо отдать за то, чтобы участвовать в каком-то вот таком проекте, который Гиннес может зафиксировать. В общем-то, я пошел, естественно, по бесплатному пути. Не знаю, как там они откликнутся, не откликнутся. Еще я звонил в книгу рекорда Украины. Общался там с представителями. В общем, я еще подам заявку на книгу рекордов Украины. И, возможно, если вдруг что-то случится, и Гиннес то ли откажет мне, то ли не захочет бесплатно это все делать, то книга рекордов Украины должна зафиксировать этот пробег. И тогда мы, мне кажется, как мне кажется, мы можем вместе с книгой рекордов Украины подать на Гиннес, что вот есть такой зафиксированный рекорд, и вот человек проехал, то есть надо зафиксировать его в книге рекордов Гиннесса. Как-то вот так, в общем, хочу я сделать, как бы подать две заявки, чтобы обезопасить себя, ну, была у меня гарантия, как бы, что рекорд этот зафиксируется. К путешествию я также готовлюсь, я заказал уже всяких вещей, которых у меня сейчас не достает, на $300 уже, ребятки, $300 я уже потратил, чтобы купить необходимые вещи. Это там начиная от палатки и заканчивая всякими принадлежностями для мопеда, которого еще у меня нет. Но могу сказать, что сумма на него в $600 у меня уже собрана. Вот я ее буквально на днях получил зарплату, и сумма эта у меня сейчас есть. Вроде как за $600 мне пообещали, что я куплю мопед. О, вот так вот. А так, есть сейчас выходной, воскресенье, и я его провожу вот так с вами вместе, потому что вы дороги для меня все. Я вас благодарю всех за комментарии, за лайки. Хейтеров благодарю за дизлайки, они мне показывают, что я не дорабатываю где-то. Ну, ребятки, вы когда ставите дизлайк, пишите, что вам именно не нравится. Не нравлюсь лично я, либо то, как я снимаю. Мне это тоже важно, я же хочу совершенствоваться, я хочу быть нормальным блогером, чтобы уровень моих съемочек вам доставлял удовольствие. Ну а так что, буду я, в общем-то, сейчас сидеть кушать вот этот шашлык, вот такой вот сладкий перец, и потихонечку искать дорогу домой, пойду как-то по неизведанным тропам туда вниз, там как-то смотрю вокруг, в общем, там будет интересно, наверное, мне идти. Если будет что-то интересное, естественно, я буду включаться и показывать какие-то моменты, может быть, опасения свои, потому что сейчас уже солнце сядет, будет темно, и я останусь в горах, блин. А шалаш я еще не готовил, и по темноте его сложно будет сделать. Так что вот так вот, друзья, вот такие вот, такой вот видосик.
Я вас всех рад видеть. Обнял вас всех. В общем-то, пока, друзья.